Банана. Всем привет! Вы смотрите канал Железное рукоделие. Сегодня я покажу вам, как можно сделать оригинальную поделку при небольшой затрате времени, наличии зубных щеток, ватных палочек, стакана от йогурта и клея. Итак, приступим. Возьмем клей. У меня клей титан. Нанесем. Таким вот образом. Приклеиваем к стакану. Чуть ошибся с высотой нанесения клея. Ждем, когда подсохнет. Что? Дальше берем ватные палочки, срезаем часть, где вата. Делаем одной длины. Дальше каждую палочку загибаем пополам. Делаем надрез. С одного конца. И так все палочки. Берем две палочки. Вставляем одна в другую, таким вот образом. Берем суперклей. И приклеиваем таким вот образом. Ждем, когда высохнет. С другой стороны делаем то же самое, чтобы палочки держались между собой лучше, склеиваем. Работа закончена. Вот такая вот подделка с романтическим смыслом получилась. Если вам понравилась эта идея, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо за внимание. Удачи, пока.